Это моя дочь, Леся. Я предлагаю ввести ее в совет директоров. Эдик, если ты все решил, зачем мы здесь собрались? Ну, вы должны за нее проголосовать. Ты, конечно, прости, но в данном конкретном случае я против этого разрешения. Я тоже. И я. Я категорически против. Кто она такая? Откуда она взялась? Забери. Лесь, мне нужно отсканировать твои документы. Идем со мной. Вы что себе позволяете? Вы кого из себя изображать решили? Вы кто такие? Я сюда собаку мог привести, и у вас не было бы никакого выбора. Я здесь главный акционер, я здесь генеральный. А это моя родная дочь. Во-первых. А во-вторых, достаточно того, что она просто моя дочь.